some superhero, some fairy tale bliss, to something I can turn, to somebody I can kiss. I want something just like this. Привет, Дим. И вообще всем привет. Продолжаю наш с Владом. Чуть-чуть я припозднился, проспал. Сорянович. Не приснилось ли, как разыгрывать? Нет. Думается скипнуть этот угол. Здесь, конечно, много денег, но тут только деньги. Ну и скорость.
Да, что там у тебя с антимагией было? Я уже сегодня почитал. А, я думал, они снимают. Это да. В ноль, потом без потерь пробил. Дело Монтис не сделал с первого раза на стоптивил. Как? Нифига себе. А чё так? Давно не играл? Или моральки половил? Даже под благом силы гиганта. Да, вот они, кстати, почему-то любят покусить волков. Мантисы именно. У них чуть-чуть отличается приоритет от остальных существ. Они пытаются вязать самый дамажащий. Видимо, не знаю. Привет, Шитсвар, спасибо. В общем, я решаю, что я все-таки пойду через пиц, а этот угол я скипаю. Здесь от расстояния до выхода, оно, ну, не сильно больше, чем вот здесь. Может, мувок на 10. То есть, затраты будут примерно 10 мувок, а value здесь большое. Пирамиду и гастов и рынок возьмут циклопы с намадами. Они остаются на второй фронт. Я бы книжку попробовал вторым фронтом отбить на самом деле. Там ДГ с нагами. Отдать прощу Давида. Забрать алтарь порядка в телепорте и отдать книгу первого этажа на бой. В точности
Можно было бы попробовать. Здесь черные драконы. С ними связываться даже мейнам не очень хочется. Здесь надо залить тактикой и пролететь по алтарям. Ну, то есть по камням. У нас три камня Дефа. Я пойду курну по буренькому.
the scars you've left behind. Why you go and setting yourself free? But I'm never gonna let you go. Never gonna stop this, so I'm always gonna chase my heart. Even when it gets too dark, I never wanna see this break. Even if it's a mistake, always hoping that you gon' come back and stay. But I'm starting to lose hope, cause you won't pick up your phone. And I'm trying, oh, I'm trying to save this on my own. And I'm feeling so alone. Started to set itself in stone that you're never coming back. And you're happy on your own. So baby, you got me faith.
Ну, я думаю, что да, я думаю, что хватит мувов вот так пробежать и выйти. Очень бы хотелось купить гарпии и сразу же отправить несколько на спор, чтобы на следующий день попытаться кольцо выбрить. Ну вот до гарпии не знаю, но отсюда дотянуть точно. Мне главное в воротах не встрять. Немного непривычно будет барбам без циклопов, конечно. А зэк у нас сейчас должен пробить гриф, гарпий, потом пойдет пробивать вот этих. Циклопы с намадами, вот. Тут не знаю, надо бы, конечно, грифоницу отбить. Я забыл ее, пропустил, скипнул. Но с другой стороны, мне надо точно обморочно отбивать рынок, иначе мне не хватит денег. Хотя я думаю, они успеют грифоницу и потом возвращаться сюда. Единичек мало очень. Здесь побольше. Circles to get away. I'm in the same place at the end of the day. Another stiff drink in a dark room. I don't want to think. Can I be numb to you? You set me free when you try to get rid of me. One day you'll see when you're left with a memory. It's days like these that I'm glad that you left. I can't dwell on the things that you said. You do, you keep on placing. We'll be right back.
did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, идет. Поехали. Не вижу особого смысла в этой школе деньги-то потратить. It's like you like
Блин, не то сделал. Да, неправильно стою. Thank you.
End of the day, another stiff drink. In a dark room, I don't wanna think. Can I be numb to you? You set me free when you try to get rid of me. One day you'll see when you're left with a memory. Так, джойним мы это или нет? Двадцать один, тридцать три. У нас девять птиц. Тридцать шесть огров. Восемьдесят пять гарпий. И девять джинов. Прошу прощения. Там тридцать две птицы. Да, это джойн. Ура. Очень на тоненького. Денег-то хватит? Хотя мясо барбовское дешевое, должно хватить. Да, дешево. Но это больно, может Четыре птицы. На Thank you.
Блин, тактика же не залил. Ну ладно, в другом месте зальем, не страшно. Хорош орать. Я могу здесь тактика залить. Блин, Гатвард, долго будут грызть, хотя не очень. Так, шустрее. Going harder, we are more than numbers, standing in this hay. Going louder, we are.
Жиды тормозят все равно. И нападу, ясно? Арты сейчас надо будет забрать. Не гипнозимся. Гипнозимся. Ну, еще не прямо готовы, но уже близко. Привет, Буря. Гипнозить-то будем? Видимо, не будем. Запороли кое-как.
Да, пошла дипла в хату. Чуть-чуть на 2-1 не дотянулись, две клетки буквально, чтобы пробить ворота. Ну, правда, все равно еще этого товарища бить. Прошу прощения. Зачем второй дипломат? Чтобы можно было усиливать второй фронт. Чуть-чуть. Сколько тут гарпий? 61 гарпия еще. Блин, на самом деле гарпий не очень много получается. 150 штук. 160. Еще 30-ник джина. Три вампирчика всего. Там будет минор-то хоть? Нет, не будет минора в этом мавзолее. Но зато будет 7000. Что тоже неплохо. Немного. Это про что? Про гарпий? 150 штук? Ну, видишь, средства джойнов не было. Два джойна всего неудобно расположены. Я мог наджойнить 100 номадов без рынков вообще. Легли бы также гарпий, их было бы 250 штук. Даже больше. 300 штук было бы. Я имею в виду по сравнению с тем, как у меня номадов легло немного. Так-то 150 гарпий хорошо. Нет, на финалку у гарпии лучше, чем на маду, ты что? Намады блочатся. Восьмая скорость хорошо, конечно, но они блочатся. ПВО можно снять, а блок нет. Кроме того, ломады не добегут до задних рядов. Как ни въеживайся. Ломады тоже хороши, я не говорю, что они совсем говно, но гарпии лучше. Опять же, на мой взгляд, гарпии лучше. А насчет ПВО это такое вообще. Пару в зеркале ПВО еще найди. Я считаю, гарпии намного лучше. Так, я пойду курну быренько.
until it hurt. Now those memories fell like thorns on a bush, a rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart, sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. But I know I'll get over you. I'll try to focus on what's in front of me and not behind. What is life without the one you love the most? Who I am without you? You're just another scar placed on my heart, sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Так. Армия подскочила. Это похоже на выкуп внешнего рынка. Нам сейчас нужны 40 тысяч. Кровь из носу. Чтобы выкупить гарпий и рабу. Хорошо бы, конечно, и джинов купить, но я боюсь, что сразу мне не хватит. А здесь у нас кто? Баллисты? Баллисты. Какой гадостный, какая гадостная охрана. Вот не лезь туда. Times, no matter what we do,
Здесь у нас еще 6 птиц. Птиц будет, конечно, хороший стек. Ну, пока не забрали. А, все, башня открыта, да, минус кольцо. Ну, у хоста кольцо я не мог забрать, даже если бы сейчас пробил. То есть, я правильно сделал, что пошел за птицами. Я не мог его забрать никак. Ни одного шанса забрать кольцо у меня не было. Да, это 2-2. Не, роботу мы точно возьмем. Робу мы возьмем 100%. Если бы он, конечно, знал, что здесь роба, он бы, наверное, рашил изо всех сил, чтобы на 1-2-2 постараться дотянуться. Но на 1-2-2 дотянуть, как надо на 1-6 пробивать. Он на 1.6 бил только рынок. На 1.7 бил рынок. Точнее. Кстати, очень неплохой щит, который защитит меня от замедла, от пассина, с ниндзя точнее. Не знаю, правда, стоит ли его ради такого брать. Наверное, стоит. Идем ровно. Хорошо, если он пойдет через мое ГО, он заберет птичек. Да, джин и финалку. Если денег хватит. Надо очень много денег. Муха! Муха, давай, не шуми!
Дампинера надо бы поставить еще. Пирамиде 70 мумий. Сколько это денег? Да, там мало денег. 1500 всего. Вот тут еще денежки есть. Ну и, конечно, сам рынок. Нету, к сожалению, никаких артов на атаку. Что у нас с моралью? Герои плюс 3, плюс 2. Монстры плюс 6, плюс 5. Это пиво меня еще тащит. Yeah, girls like you love funny, yeah, me.
Видимо, на следующий день будем финалиться. Надо разобраться, что у меня собаки разрываются. Сейчас через 5 минут подойду. Slowly drifting to your arms. It blows away in new directions. It's your turn to know something that is real.
Так. Нам придется загрузить, я не хочу 5 минут терять. О, природа 4 уровня. Можно получить. Если я, конечно, успею сюда добежать вообще. Хорошая позиция, кстати. Of all the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, why'd you wanna go? How much you wanna rest? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Крестик Валора. Здесь еще дырка. Нет, от них, наверное, не закрыться.
Да, проломили таки дырочку. Так, что на дампинге нужно? 10 камня. Опять не хватает армии.
Ах, вы твари какие хитрые. Ну не смертельно. Лицо бы не потерять. Это уже не нужно было понять. Чуть-чуть затерпели от циклопов.
Ордер. Блин, долетаем. Ага, у нас еще тут коста висит. Не хочу. Он сейчас нам по нам бахнет. Блин, как бы тут пиццу не потерять? Зумы страдают. Это тварь. You got me ready.
Блин, плохо налил. А, нормально. Парки. Откуда у меня столько армий? Так уже нравится. Медведи с циклопами, можно скипать.
спа мне не очень нужна. А вот деньги очень. Жезлхосты оставим. Двадцать тысяч. Хорошо. У лука арбалет. Ой, фу, ниндзя арбалет. Лук арбалет. Что я говорю такое? Андерсдек, неплохо. Не пойду я туда вообще. Пятнадцать, девятнадцать, пятнадцать, ну и больше мог явно. На это не хочу лезть. Птицу там.
another stiff drink in a dark room. I don't wanna think, can I be numb to you? You set me free when you try to get rid of me. One day you'll see when you're left with a memory. It's days like these that I'm glad that you left. Минус одна гарпия, не страшно. Еще успеть расставиться. Блин, больно ударят-то.
У него мишки. Парни как хорошо подросли. Я про двелинг, вот он. Какие буйки? А, блин, буйки забыл поставить. Сейчас надо было, конечно, забыл. Причем ресы выменял, забыл поставить дампинеры. Что у нас из себя тактик представляет? Ну блин, тактика опять не качественна ни хрена. Хотя хороший дев. Забыл сдать соколок за уровень. 4 девила неинтересно. Видимо, сейчас будем финалиться с тем, что есть. Пойду перекурю пока. Оставлю вам вот так, если вдруг будет шевеление. Боля, что за упадническое настроение? Лука для ниндзи нет, денег не хватит, робу нам хотя бы взять. Ты не видишь, что у меня перед носом дрипонится? Взят не взятые 2 сундука.
Да у нас прямо сейчас 9000 есть, конечно, хватит. Другое дело, будут ли эти птицы вообще мои, это большой вопрос. Я не удивлюсь, если Влад сейчас ломает это до. Надо было ПВО переложить. У него уже Spider Silk. Чуть подняли моральку для существ. Но с такой тактикой, как у меня, конечно, будет очень трудно. Даже с Робой. Ну, это такой адванс тактики. Птица скорость 8. Опять все в лидерство ушло. А скоро ли уровни? Здесь скоро. Здесь тоже. А здесь как раз нет. А удача сколько? 30% пойдет. Так, либерсерки. А, вот они. Сейчас будем брать спот. Не, закон природы не видим. Это у нас тут кентавр смотрит сюда. Герой не достает. Кстати, соколок-то, может быть, стоило бы надеть. Есть же место под него. Раз уж я его не сдал. Интересно, смогу ли я сейчас купить щит? Кама разорвал. Вы финалились, да? Что было, расскажи вкратце. Я, конечно, гляну запись. Так, чисто, коротко. Титанов за Барба. Это что, два внешних рынка на титанов? Или он на леспе еще поджойнил? Видим друг друга. Три барба героя, тактик с робой, прямой стрелой, кольцом скорости. Ассасин с книгой смерти, 36 клопов, 12 титанов, 15 джинов. Какая дичь.
Ну, это раздачка. 36 клопов с прямой стрелой, наверняка с прощой. Еще опять ему книгу смерти сдало. 6 джонов, джойнов титанов. 2 на респе, 4 центи. Охренеть. Барба героя, это интересно. А кто бегун? Ассасин, я так понимаю, третий герой. Алтарь у универа, потом отбивал алтари у мейна. А, понятно. Бегу на 2 слайда. Ну, сильно, конечно. Ага. Все, Влад здесь. Сейчас будем финалиться. Скорее всего, птицу меня заберут. Ну, покажись. Нашел меня. Денис, а у тебя что было на финалку? Ангелов умерли в первом раунде. Ну их тупо титаны, небось, вальнули и циклопы. Так-то вроде неплохо. Ну смотри, изучай. Светить у кого что я не буду. Comes
Танки даже были. Что-то у меня ощущение, что я сейчас тоже отлечу. Но мы повозимся. Интересно, там переодевание или что? Будет ли атака? Нет, почему же? У него может быть радиус обзора побольше. Девилы. Намады 42 циклопа. Майншилд. Раба. Ну, конечно, маг природы с книгой. Ну, что тут? Такой вот тактик, не чита моему. Спотил лук получил. Защита на тактике сколько? 86. Морты у него, конечно, тактические в разы лучше моих. Корона энчантмента. Ну хоть прямой стрелы и нет. Он идет птиц забирать. Сколько мувов? Мувов полно, атака будет. Сейчас должно быть уже нормально. Девяносто восемь защита, 80, 86. Три брони, шлем командира, медаль, книжка, кольцо, два кольца варлорда. Нет, мы играем без лога. Мы на обычном эпле пока что. В общем, я не думаю, что у меня здесь есть какие-то шансы. Там очень жирная по артам раздача. Есть ли у него ПВО и что по скоростям?
есть того у тактика. Кислота. Скорость 13.88. Ну что, погнали? А у тактика большой резист. Значит, так, так, так. И вот здесь как-то так. Блин, хрен запомнишь. Компот, естественно. Пятьдесят девять, шестьдесят пять, сорок шесть, сорок шесть, да. В смысле, они по два раза бросают? Ну это все, это жопа. Из-за, я думал, это касается только армии. А это касается всех. Эльфийский лук изумрудный. Я думал, он только на героя действует, а он, оказывается, действует на существ тоже. Но это просто жесть. Мы даже одного этого не можем убить. Дракона. Дедвар так дьявола защищает еще.
Минус гарпии. Пропнула ли в природника? Вроде бы пропнула. Да. Закрыл дорогу своим же собственным номадам. Или все-таки может ударить? Может. Минус две птицы. Ну, птицы не моралятся, поэтому... Да, тут нечего больше продолжать. К сожалению, против такого я ничего не могу сделать. Сейчас посмотрим, может, новую начнем. Но по темпу не отстал. Следовательно, играть можно. Сейчас перекур и смотрим, будем ли вторую катать. We'll be right back.
all that matter. I do remember how I used to make you laugh until it hurt. Now those memories fell like thorns on a patch, a rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart, a sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. But I know I get over you. I'll try to focus on what's in front of me and not behind. What is life without the one you love the most? Who I am without you? You're just another scar placed on my heart, a sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we drag us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Второй игры не будет, к сожалению. У Влада нет времени. Ну что ж, ладно. Спасибо оппоненту за игру. Побегали отлично.
финалка на 1-2-3 это. Всем спасибо, кто смотрел. Может быть, сейчас какую-нибудь паночку скатаем, не знаю. Посмотрим.